сезоне, как они, на ваш взгляд, повлияли на состояние картофеля, на сорта, на результаты опыта? В этом году, как никогда, погодные условия были такие очень сложные. У нас было 4 заморозка, и причем заморозки были с очень высокими отрицательными температурами. Вот. Также еще и град прошел на начальной стадии. Вот, поэтому, ну, каких-то определенных результатов, то есть настоящего потенциала каждого из сортов, ну, сегодня, ну, сложно увидеть. Потому что, во-первых, это повлияло на всхожесть, во-вторых, на количество вязи. Вот, возможно, какие-то ранние сорта, они вышли позже, так как они уже были, может, будем говорить так, под верхом, их больше приморозило. Какие-то поздние, они были, сидели ниже, либо еще в спячке были, их как бы не так затронуло, поэтому, допустим, поздние могли выйти раньше, ранние позже. Поэтому как бы здесь, ну, судить, наверное, будет сложно. Очень тяжелый был год ввиду погодных условий. Были какие-то, вот сейчас есть какие-то сорта, которые, ну, вам кажется, хотя бы чисто на визуальный быстрый внешний осмотр, удавшимися, как минимум, да, которым стоит присмотреться? Ну, на самом деле, как бы и у Лорха есть неплохие сорта, и это вот новинки, там вот Бизон, так вроде бы как на первый взгляд неплохо себя показывает. Вот у Докогена Ластрада вот как бы такой интересный сорт. Вот, ну, как бы здесь опять же, что повлияло и что на самом деле, у какого сорта какой потенциал, ну, как бы в этом году мы не можем увидеть.